Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. Я представляю компанию «Дивго Ременкуль». Сегодня хочу вам показать квартиру планировки 1 плюс 1. Она компактная, небольшая, зато мебелированная. Она находится в доме, который имеет ИСКАН. В этой квартире никто не жил. Она абсолютно свежая. Цена на нее демократичная. Поэтому я сейчас приглашаю вас на просмотр. Мы с вами заходим в квартиру. Такая вот металлическая хорошая дверь у нас. На входе имеется видеодомофон. Как вы видите, есть небольшой шкафчик в прихожей. Также вот такие вот навесные есть крючки. Что мы имеем? Небольшая прихожая зона у нас. На входе сразу общий санузел. Естественно, в квартирах 1 плюс 1 у нас один санузел. Но в нем зато все есть. Душевая кабинка, унитаз, умывальник с зеркалом. Теперь давайте переместимся в салон. Здесь у нас салон порядка 15 квадратных метров. Стол вы видите, холодильник, все, что входит в кадр, все входит в стоимость. В нашей кухонной зоне уже встроен духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка. Также вот хочу отметить сразу хорошая акриловая столешница с вылитой раковиной. Также у нас здесь установлена стиральная машинка, обратите внимание. Все это входит в стоимость, так же, как и телевизор. Вообще, эта комната у нас смотрит на южную сторону. Вот это вот окно с видом на море. На западной же стороне этой комнаты находится выход на балкон. Это единственный балкон в нашей квартире. Давайте теперь выйдем на балкон, посмотрим, что он из себя представляет. Балкон у нас в этом проекте порядка 2,5 квадратных метров. Здесь приготовлено место для установки газового котла. Как вы видите, причем котел двухкомнатный тут подразумевается. Хотя я считаю, что для квартир планировки 1 плюс 1 как таковой острой необходимости, как минимум на обогрев помещений, не имеется. Потому что, во-первых, сторона южная, и 1 плюс 1 площади не такие большие. Можно обогреваться и небольшим количеством электричества, так сказать, набрать нужную температуру. Спальная комната в этой квартире порядка 9 квадратных метров. Хорошая двуспальная кровать, как вы видите. Большой вместительный шкаф. Мне он очень нравится. И дизайн современный, и вместительность хорошая. Вот это вот все, что мы имеем в этой комнате. В принципе, все самое необходимое, как говорится. Хорошая люстра у нас здесь висит. А что еще могу сказать? Окно здесь у нас панорамное. Опять-таки, вид на море присутствует. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели нашу квартиру. Я хочу сказать лишь, что мебель, несомненно, достойна внимания. Вот, например, этот стол у нас раскладывающийся. Вообще, сама квартира очень чистая. Естественно, понятно, что здесь никто и не жил. Для одиноких людей, для семьи из двух человек, я считаю, что вот стоит обратить внимание на эту квартиру. Те, кто заинтересовался нашим предложением, обращайтесь к нам, пишите во всех соцсетях. Ждем ваших откликов. Подписывайтесь на наш канал.
До новых встреч. С вами была Лейсан Гаязова.